Доброе утро! Привет всем! Я, как всегда, на работе. Представляете, первый раз надела вот эту маску, и уже отвалилась вот эта штука. Что за фигня? Надо как-то ее приделать. А мне клиентка, вот она сейчас сидит, такая хорошая. Вот, она мне подарила маску одну. Видите? Она, я говорю, да ладно, говорю, у меня есть. Она, а у меня сын работает в этом. Фабрика здесь у нас есть. Алкогольный ром делают. Я вам много раз говорила, что у нас в нашем городе делают ром Монтеро. Вот. И вот он там работает. И им, говорит, каждый день выдают по несколько штук. И, да, и говорит, при входе на работу лежат маски, там, и он, говорит, приносит мне домой. И вчера нам приносили, разносили тоже, говорит, маски. Ну, те, кто прописан. Говорит, тебе не принесли? Я говорю, нет. Говорю, может быть, это тем, кто прописан. Что, вот она мне подарила маску. Ну, это я как-нибудь прилеплю вот эту штуку. Как-нибудь, не знаю, чем-нибудь домой ее возьму. Я тут разогреваю воск. Усики убрать хочу. Я больше не буду краситься ни тоналкой, ничем, потому что у меня потом все маски вот тут вот, просто они... В общем, эта тоналка вся с носа слетает, и смысла никакого не вижу. Все равно все остается на маске. Так что вот так вот. Работа у нас кипит. Смотрите, она, как видите, села и читает. Я ей накрутила бигуди. Вот. И она села и читает. А я буду усики убирать. А Чарли вот тут сидит, отдыхает вот так. А еще мне сегодня опять пришел какой-то перевод, не пойму откуда. Может быть, еще государство что-нибудь заплатило. Но, если честно, даже я не понимаю, откуда. Потом у мужа спрошу, говорю, а откуда у меня деньги пришли? Смотрю, приходит оповещение, что вам перечислили деньги. Кто перечислил, зачем перечислил? Нет, это хорошо, что перечислили. Но разобраться надо. Сегодня такая классная погода. Чисто весеннее. И море такое спокойное. Сейчас посмотрим. Может, сегодня даже загорать полезу на крышу. Ветер такой, знаете, прохладный вообще-то. Весенний. Не летний, а весенний. Обед у меня сегодня. Я сварила вчера рис, яйца. В общем, будет такой типа салат из тунцом. Рис, яйца, зеленый лук, укропчик. И майонез не буду добавлять. Добавлю вот масло, в котором находится тунец. И супчик. У нас еще есть суп, который я готовила, шпинат и всего. А, еще есть вот такие ракушки. Я их приготовлю с этим. Чесночком и немного вина. Так что вот так вот у нас будет. Кстати, эти ракушки привез муж. Он их покупал сестре. Что-то там еще ей покупал. И перепутал сумки и притащил их домой. Поэтому будем готовить мы. Смотрите. Ракушки, салатик, супчик, в общем, всего до всего. Какие вкус. Ням-ням-ням. В общем, мне пришло вот такое платье. Вы знаете, заказывала все это. Ну, долго. Хотя нет, это платье быстро пришло. Ой, какое оно шелковое. Я надеюсь, что оно не будет мне большое. Потому что это было платье в отделе для больших. Нет, вроде бы нормально. Но там были комментарии, что оно маломерит. В общем, вообще платье, знаете, как принесли? Позвонили в дверь. Вообще посылки странно сейчас приносят. Позвонил в дверь и спросил там, Оксана, я говорю, да. Он, скажи мне свой номер ДНИ, ну это как номер паспорта, да.
я тебе в подъезде оставлю посылку. То есть сейчас вот так из рук в руку посылки давать нельзя. Вот. То есть они не поднимаются на этаж. Нужно самим спускаться за посылками. Это уже третья, наверное, посылка. Я спускалась. Затем и сама хотя бы, он мне, знаете, вот так вот на расстоянии, но из рук в руки. А это просто вообще бросил мне в подъезде это платье и убежал. Я, то есть, спускаюсь, там люди заходят, а моя посылочка, мое платье. Кстати, материал очень классный. Это в Золанде я покупала платье. В общем, сейчас померю, посмотрю с пояском. Нормально, но не нормально. Расцветка прикольная, легкое такое. Посмотрим. В общем, я спускаюсь, говорю, там люди, и посылка моя валяется. Так мне ее жалко стало. Шейна все никак не дождусь. Написано, что где-то здесь, в Испании уже, а где, непонятно. Ну, ничего. Придет. Туманно как-то. А там нет, там вот безоблачно. А здесь облачно. Я уже померила платье. Знаете, несмотря на то, что это платье для женщин с формами, вот, ну, как бы без форм они тут. Размер, конечно, здесь, это платье с Германии шло. Хорошие такие строчки везде, все хорошо. Вот единственное, что вот тут вырез какой-то, вот тут булавку сделала, но я думаю, что я вот эту вот часть просто тупо на машинке прострочу. Потому что иначе, когда делаешь вот так, грудь раскрываешь, то она раскрывается прям, прям раскрывается. У меня не особо такая грудь, чтобы вываливаться, знаете. Точнее, она даже не склонна к вываливанию, потому что ее как бы полладошечки. Да, вот чего-чего, а вот верхней части у меня нету. Все что угодно, но у меня тонкие вены и маленькие титьки. Все, все остальное у меня толстое. А, нет, у меня волосы тонкие еще. Все. Дальше у меня все, все, все большое, крупное. Так вот, сиси тут как бы вываливаться нечему, но все равно все это раскрывается из-за вот этого вот, вот как-то вот так. Вот платье совершенно не тянется. Оно очень такое легкое, прям на лето вообще зашибись. И вот что руки немного мои тоже толстые, будут немного скрывать. Хотя как бы не очень дискомфортно, но нет, нормально. Оно не очень дорогое, около 20 евро. Вот потом вам покажу. На камере, кстати, оно намного красивее. И на фотке в этом вообще ничем не пахнет. Вообще ничем. Такое классное. Знаете, с рюшечками. Все, как я люблю. Я люблю рюшечки. Причем цвет написан, знаете, какой пинк. Ну, пинк это, по-моему, розовый. Оранж, оранжевый и черный. Розовый. А, ну да. Розовый. А, ну да. Че я придираюсь уже? Не к чему. Вот размер, смотрите. Европейский 46, французский 48, 52 и 3XL. В общем, какой хотите, такой вам размер и будет. Ой, выбирайте сами. Пока у меня, знаете, тут по моим посылкам все, вся одежда мне подходит. Хотя, что я там заказывала? Touch and Dem. Я там знала размер, какой у меня будет. Вот платье заказала, не знаю, будет, не будет. Как раз, ну как раз, хорошо. В общем, да. Пойду сейчас кофейку, наверное, тяпну с шоколадкой. У меня там черный шоколад есть с этими цукатами. Слышите, мой Чарлик? О, Чарли, чуч, как развивается. Включила и этот. Вот такой шоколад. Черный, 70% шоколада без сахара. Ну надо же, он еще. А, точно, я валькам побрала за еврик, когда был. У меня с фруктами совсем беда, то есть, точнее, у меня их вообще нету. Я думаю, что я за фруктами схожу в воскресенье к этому марокканцу. Как и в прошлое воскресенье, в принципе, ходила. Возьму арбузика. У меня потому что есть еще черешня в холодильнике. И пить хочу. И что еще у меня есть там? Черешня. А, и голубику. Вкусная такая вода. Со вкусом зеленого яблока.
Яйцо вот еще осталось от этого, от салата. И вот такие планы. Что никаких планов. А, я говорила, не говорила, турецкий сериал включила, «Стужа» называется. Ну, я, знаете, как смотрю, один глаз там, другой глаз вон там, третий глаз в промежутке. Так, кофе. У меня такой бардак. Чашку кофе я тебе бодрящего налью и по-настоящему пою новую песню. Люблю посылочки, когда приходят. Это как будто, знаете, Дед Мороз на Новый год, когда приходит, приносил вот такие вот разные подарки. Тут такие же ощущения. Вроде бы как какое-то платье, а все равно. Сижу, шью маски. Ну, трындец какой-то. Один раз надела. Это хорошая маска. Она 95% защищает от вирусов, входящие и исходящие. Вот. Стоит около 6 евро. В общем-то, как-то на полраза мне ее не хватило. Сейчас, наверное, все их прошью. Вот эти вот штуки. И все. И сериальчик смотрю, «Стужа». Турецкий. Долгоиграющий. 10 серий, но они идут по 2 с лишним часа. Трындец. Так вот, занимаюсь рукоделием. Решила немного погладить. Ой, надо сейчас это включить, зарядиться. Смотрите, лампочки все увеличиваются. Мои бутончики. Вы видите? Этот вроде как хочет расти. Не знаю. Листья хорошие. Ну ладно. Буду гладить. У меня там еще есть гора. Поэтому как бы это и бутылку надо для цветов всегда... Цветы поливаю отстойной вода не очень. Ну, в общем, чтобы она в бутылке стояла, а потом поливать. Мои калы. Надо их еще полить. Что-то земля не пропиталась. В общем, сейчас я вам буду демонстрировать платье. В общем, примерку вам устрою. Я уже застрочила вот тут вот вырез, который у меня чуть-чуть все вылезали. И получилось вроде бы неплохо. Вот. Так что сейчас вам буду показывать, демонстрировать. Моделью буду. Это платье, которое сегодня пришло. Такое вот оно. Легкое, воздушное. Немного собирается, когда руки вот так делаешь, оно немного собирается. Не надо так руки делать. Но из-за того, что оно не тянется, вот как бы, если бы, может быть, тянулось, но в спине нормально, все везде нормально, как бы. Так что вот так. Сейчас шортики надену, вам покажу. Шортики. Майка была, а шортики вот так, на лето, на работу ходить, в Меркадону, легкие, хорошие. Натя, оленя не дико.
Что-то в глаз попало. Модель. Модель номер 2. Все. А нет, не все. Еще есть комбинезон. Ну и модель номер 3. Такой комбинезончик. Не знаю, видно вам? Три. На лето. Также ходить на работу. И все такое. Очень даже цивильненько. Как вам? Вот загорю еще немного, и будет все в ажуре. Да? Я думаю, что да. И главное, не жарко будет. Друзья, пока занималась, у нас хорошая новость появилась. Мы, Андалусия, проходит в фазу, в первый этап. Вообще для некоторых может быть это какое-то сумасшествие, но для нас, именно для южной части Испании, это очень важно. Почему? Потому что могут открыться рестораны и бары. Здесь почти террасы, именно террасы, ну чтобы на улице. Потому что южная часть, почти все рестораны и бары работают именно на террасе. У нас дофига места, где можно усадить людей не только с двумя метрами там дистанции, но и с тремя. И тем более наша мэрша сказала, что можно барам и ресторанам увеличить свои террасы, и за это не будет взиматься отдельный налог. Так что на следующей неделе можно выпить, сходить пивка или кофе с подружкой. Надо, кстати, ей позвонить. Какой-нибудь одной из них, который, да, можем гулять, которая живет поближе, и просто встретиться, поболтать. Знаете, тоже не надо дома сидеть, ничего бояться. Нужно поддерживать тех, кто должен зарабатывать, потому что за счет их создаются налоги, платят людям помощь. В общем, да, как бы там мы не боялись, но нужно возвращаться в своей жизни. И даже можно сходить в магазин, посмотреть какое-нибудь платьишко или еще что-то со всеми мерами предосторожности. Так что я очень рада. У меня одна клиентка сегодня была. И я такая говорю, тебе какая разница, откроется, не откроется. Ну как, у меня же сын на работу выйдет. И я тут такая думаю, ой, правда ведь. То есть очень рада я. А еще у меня скоро укроп зацветет. Ой, ну цветочки меня радуют. На своем балконе реабилитационном. В общем, я сейчас пойду гулять, я зайду к сестре по дороге, она что-то там мне даст, приготовила что-то там, не знаю, что даже. Ну, в общем, возьму таппер и что-то она мне даст вкусненького. Мужу в подарок вот такой мед привезли, смотрите, настоящий. Говорит, вот эта банка стоит 7 евро меда. А это сестра дала. Такие вот анчоусы. С чесночком там они сделаны, специально, но это испанский такой рецепт, они сначала вымочены в уксусе, потом засолены, в общем, и тут что-то еще, не знаю что. А это вот мой ужин. Вы знаете, я сегодня у нас, во-первых, я гуляла, встретила знакомых, и они сказали, что на пляж сегодня не пускали, представляете? То есть на пляж, кто хотел сегодня идти, не получилось. Всех разворачивали. А еще я такая иду, передо мной группа подростков, скажем так, да. У нас же группами нельзя ходить, только максимум по 2 человека. А они такие идут, все там разговаривают, и я за ними, ну, метров 4 от них. С Чарли в наморднике, все как, не Чарли в наморднике, я в наморднике. Вот, и вижу, полиция едет, вот так медленно-медленно иду, блин, а я им нравлюсь, они на меня как вот на мед, думаю, опять что-то нарушила, время вроде как все, собака привязана, вода есть, что они еще пристанут ко мне, а они к этой группе,
подростков, ну как подростки, лет 20, им 22, такие остановились и начинают им из машины. Мы же вам уже сказали, что группами нельзя, мы вас предупредили, вы нам сказали, что да-да-да, мы вас не оштрафовали, ничего, там типа дали еще дальше идти, а вы опять группами идете разговаривать, они, мы по одному, говорит, еще и врете, говорит, мы же вам только сейчас видели вас. В общем, один там начал возбухать, я, естественно, их вот так обогнала, я же не буду стоять там, рот разину и буду слушать. В общем, походу, парней этих оштрафовали, потому что он начал возникать, и я слышу, уже ушла далеко, и слышу, я тебе не, типа, я тебе не разрешала уходить. Вот, мы все так повернулись, и глядим, он такой, парень обратно идет, ну, в общем, ему, наверное, влепили 600 евро штрафа. Я не понимаю, зачем ерепениться, если знаешь, что нарушаешь? Полиция тебе не оштрафовала, там, вот, как, знаете, он бы мог закозлиться, и все, штраф, и не волнует. Нет, нет же, вот они козлятся. Вот докозлился, 600 евро, тудым-сюдым. Хлеб надо положить в этот холодильник. Так что, ой, вот это тоже надо переложить куда-то. Тут за это. Вот такие вот дела, друзья. Все просто и, не, и все непросто. Ой, я вас чуть-чуть подвинула. Так что, если мы перейдем в первую фазу, это еще не значит, что мы уже можем гулять. У нас все остается то же самое время. С 8 до скольки там, до 11 гулять. То есть я не могу пойти и гулять, как мне душе угодно. Нет, нифига. Тот же самое время. Ну, не знаю, поживем, увидим, в общем, что и как будет. Салат остался на завтра, вот как раз. Полопаем. Так охота ложку облизнуть. Но нельзя уже. Так что вот такие вот у нас дела. Штрафуют, гулять нельзя. По двое только. Ну ничего. Выживем. Всего вам самого наилучшего. Встретимся с вами завтра. Всем пока-пока.